Вот такой букет получился в этот раз. Он больше вертикальный, чем я делаю обычно. Покажу вам его со всех сторон. Основные темные цвета дают клопагон и розы. Светлые цвета – это гортензии, анафалис и декоративные травы. Все подробности о нем рассказываю в статье, а здесь просто небольшой видеообзор, чтобы показать в движении то, что, возможно, оказалось не очень понятным на статичных фотографических снимках. Такая штука. Надеюсь, что вам понравилось.